Любовь к родному городу школьникам прививают на уроках Севастополя-ведения. Курс создавали истинные патриоты малой родины. До возвращения города в Россию это был один из способов противостоять украинизации и рассказать детям об истории Отечества. Полное название учебного курса – «История Севастополя и его окрестностей с древнейших времен до середины 20 века». Сейчас в филиале Российского экономического университета имени Плеханова проходят курсы повышения квалификации для учителей начальных классов по Севастополя-ведению. В течение 36 часов методисты рассказывают, как использовать дополнительные материалы, фильмы, рабочие тетради в учебном процессе. С 2014 года курсы повышения квалификации проходят впервые. В День города с учителями встретилась председатель законодательного собрания Севастополя, разработчик учебного курса «Севастополеведение» Екатерина Алтабаева, автор и соавтор более 40 научных и методических пособий, а также 6 учебных книг по истории Севастополя, автор текстов «Севастопольского календаря» и «Дневника севастопольского школьника». Она отметила, что в том числе курс «Севастополеведение» сделал возможным возвращение города в Россию в 2014 году. И подчеркнула, как важно с первых классов заинтересовать юных севастопольцев историей родного края. Конечно, важно дать какую-то первичную информацию для ребенка, который учится в начальной школе, о родном городе. Но еще важнее не систематическое изучение истории Севастополя, а рассказ о людях, которые были основателями, строителями, защитниками Севастополя. И тогда история наполняется жизнью, она наполняется чувствами, эмоциями, она наполняется духом города. И если человек прикоснется к этому духу, и он поймет, каков этот дух, трепетный, героический, дух, который формировался не столетиями, а тысячелетиями, то он вырастет настоящим севастопольцем, а значит, он вырастет настоящим россиянином. Сейчас работа учителей идет во внеурочное время, и перед законодательным собранием города стоит задача, чтобы в будущем для регионального курса истории Севастополя выделили учебные часы. Основную часть лекции для учителей читает доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса Российского экономического университета Лариса Арутюнян. Главное – это обменяться опытом. Очень давно не было этих курсов. И очень много учителей новых, которых совершенно никогда не преподавали этот курс «Севастополеведение». Я думаю, что это очень самый, наверное, важный курс, когда мы учим ребят учить малую родину, а потом уже до большой дойдем. Малую родину любить и как преподавать этот курс, какие использовать методики, формы преподавания, какие учебники, рабочие тетради. То есть вот этому всему мы здесь учим. Сейчас обучение проходит 67 учителей из 60 городских школ. Со следующей недели переподготовку пройдут еще 60. Среди них те, кто преподают Севастополеведение в средних и старших классах.